И всем хайп! Да, вам не послышалось. Продолжаем хайпить. Как я понимаю, все уже в курсе конфликта Кирилла Терешина и Асхаба Тамаева. Недавно произошла их встреча, которая действительно привела к очень печальным последствиям. Ты тупой, что ли? Ты думаешь, что я тебя боюсь или что? Чё ты хочешь мне доказать, скажи? Ну, бой будет. Бой? С тобой бой, что ли, будет? Приезжай в Пятигорск, я жду. Чё, а свои двойки, что ли, так двойки, что ли, скинешь? Я готов доказать, что базуки сильнее. Ну, приедешь, узнаешь мои пушечные удары. Сумасшедший. Вот ты тупой, а. Проверим вживую, кто тупой, а кто нет. Ну а о самой ситуации наверняка вы можете найти много инфы, а поговорить я с вами хотел о том, что вы нигде не найдете, именно об их драке. И сначала разберем возможные исходы и стратегии двух оппонентов. Все мы знаем, что Тамаев чеченец. Ну или вы подозреваете, что Асхаб Тамаев — это не житель Северной Франции. Почему Франции? Как правило, то, что он чеченец, означает две вещи. Первое, это он будет стрелять. Ты зашел слишком далеко. Предупреждаю тебя, Кирилл, если будет еще одно видео, я приеду в Пятигорск и оторву твои базуки. Ну или второй исход, он просто будет бороться. А борьба предусматривает максимальное сближение с противником. Просто удержите в голове эти факторы. И сейчас мы перейдем к Терешину. Я не мужчина, да. Да, я придумал, как его называть, так что было и имя, и фамилия. Терешин. Может, я не первый, но все равно. Про Терешина нам известно, что у него есть массовый ульт, который называется двоечка базуками. Ну и из любого шутера мы знаем, что если выстрелить базукой рядом с собой, ты получишь некий урон и, скорее всего, просто подорвешься. И если мы объединим эти две стратегии этих оппонентов, у нас получится следующий исход. А теперь внимание, полное видео драки Кирилла Терешина и Асхаба Тамаева. Короче, Махач закончился даблкиллом по всем канонам. Мое видео подходит к концу. Если ты чеченец или остальной мир, ставь лайк. Если Тамаев чеченский Халк или у Кирилла Терешина в руках синтол, юзай подписку и колокольчик. Никогда не делай ставки и пиши в комментариях свое мнение. А с вами был эксперт во всех областях по жизни Вася. Всем настроения и побед, всем пока.